Всем здравствуйте, доброго времени суток, с вами я, Ника, это мой канал «Московские будни». Дорогие мои, поздравляю всех с Днем Святого Николая. Желаю, чтобы в этот святой день в вашу жизнь ворвалось настоящее чудо, заставившее вас поверить в волшебство и чудеса. А святой чудотворец Николай пусть бережет и охраняет вашу семью. Я это видео записываю на фоне иконостаса, на фоне Николая Чудотворца. Я зажгла ему свечи и прошу за всех нас. И сейчас я пойду в церковь, я вам обязательно это запишу. Припаду к святой иконе со свечой в руках и залью ему в каноне душу, как в стихах. И спрошу грехов прощения, да услышит он сердце полного смирения, покаянный стон. О, небесный покровитель, отче Николай, да пошлет и мне спаситель весточку, дерзай. Бьет родник на горном склоне летом и зимой, припаду к святой иконе, как к воде живой. Пусть день святого Николая теплом и счастьем озарит, чтоб жили вы, забот не зная, пусть Николай благоволит, чтоб дни отмечены удачей и чистой радостью всегда, чтоб решались все задачи, чтоб не грустили никогда. Дорогие мои, от чистого сердца, от всей души я вас поздравляю с этим светлым днем. Я желаю вам здоровья крепкого, хорошего настроения, мирного неба над головой. Берегите себя и своих близких. А с вами была я, Ника, и это мой канал «Московские будни». Всем пока-пока!